Что такое роторный? Роторный — это диски разбивающиеся, разбивающие воду, поток воды крутящийся. А сопловые — это где поток жидкости проходит через сопло, то есть проходит короткое расстояние, где происходит сужение, и потом идет расширение. Вот при этом происходит эти явления. Вкратце, основной мой тезис — это то, что я услышал от Подоляна из Одессы, то, что он проводил измерение радиационного фона, и изменяется радиационный фон с 11 микросиверт до 4 микросиверт при этом явлении. Что можно предположить, что именно это явление, то есть, как мы можем сказать, или холодного ядерного синтеза происходит, либо это эфирные явления, но и которые мог бы использовать Филимоненко в своих разработках по уменьшению радиационного фона, то есть радиационный фон у нас в основном создается в природе наличием калия 40 и углерода 14. И основное то, что в нашем организме происходит, это то, что происходит распад калия 40 в нашем организме, происходит бета-излучение, то есть которое каждое бета-излучение убивает 1200 метров. То есть вот это явление надо исследовать, и то есть те посылки к тому, что надо создавать лаборатории, то есть они поддерживаются. И следующий посыл, что выступление краткое, это я бы вот эту форму сопла, коническое сужение и расширение, это в принципе, вот как и предыдущий человек говорил, он тоже изменяет формы магнитного поля и взаимодействия. То есть мы можем принимать, что это магнитное поле, это потоки эфира, или там, как Бахчеев там говорит, электрина. То есть это все надо исследовать и применить для выработки уже электрического тока форму генератора, не традиционную, цилиндрическую, а форму, можно сказать, то есть вот сопла лаваря, то есть, которая довольно тяжело будет реализовать. Ну, это из-за обмоток, из-за того, что это не прямые формы, а возможно, что конические и конус расширения. То есть или конус конический сужение, потом переходящий в цилиндрический, переходящий, потом опять в конический. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Так, Чернов Михаил Петрович. Спасибо большое. Сюда, вот сюда, к трибуне, микрофон. Итак, давайте. Как много слов звучит, а сердце и душа молчит, и вот уже весь мир кричит, лишь в образе найдем мы щит, таково он нас защитит. Образ, слово, ключ, основа, возвращает в жизни снова образ, слово и движение, улучшает настроение. И если мы это чувствуем, это понимаем, в этом личное участие принимаем, то это то, что нам нужно. С собой и с миром жизнь дружно. Но самое главное, ключи мира, мы в общественной палате находимся, дает нам возможность общаться. Это общее, в языке родном, Творцом данное, начинает открываться. И образ слова, и ощущение это открывает нам структуру, строй, строгую дорогу света. Но главное, она у каждого идет по своему пути. И надо понять, что есть общие понятия, но их нужно внутри себя лично применить, подтянуть, развернуть. И крест животворящий в вере и в науке открывает вертикали и горизонтали, строя путь. Это строго, четко, ясно, благовидно, благоприятно. И каждому понятно и даже занятно. Занимаясь собой, мы прекращаем бой, а любое сравниваем, и поле боя нам понятно. И это бой без боя. Это бой
без боя, разберись с собой. Выиграешь первый бой с собой. И это же не ясности и пути нам помогают идти к себе и к тому, кто рядом. И внутренним, четким, чутким взглядом мы постепенно открываемся, и с миром соединяемся. И каждый соединяется. Он единицей уже не является. А умея объединиться, у него в сердце, в душе, в разуме и в действии Божьей десница, открываешься ресницы, берется понимание. Вот так уходит всякого рода мания, а приходит понимание, где мир нам дает ключ мира, и это нам дал Творец в живом языке. И живой язык, живое слово, в нем искра вечности основа. И касаясь основ, пробуждаемся от снов и основательно, четко и чутко приходим в строй. Проснись и пой. Пой ми, пой ди, пой май. В этом личное участие принимай, думай. И ощущение это открывает нам каждому. Поступаем общепринятых понятий дорогу света, и каждый этот процесс, когда входит, он к миру, как участник, как личность активная приходит. И тогда весь мир меняется, когда один человек включается, и так постепенно возникает контакт, а по сети вертикали, горизонтали открывается Божий тракт, и трактует слово, букву, число. Это то, что нам дано. И открывается в мир окно. Оковы снимаются, вокруг да около структуры открываются. В сердце, в душе, в теле, на самом деле. В уме и теле каналы, вы думаете, какие слова звучат. И процесс начат, часть информационный чат. Остальное не наше дело. Слышим свое сердце, душу, тело, оно запело до определенного предела. Это мера приятия. И так волна постепенно открывается, с окружающим соединяется, и каждый постепенно, четко и чутко в этот процесс будет так, как он считает. Компьютер не покупает, а включает. И слова, ключ, образ, мысль, мы пьем информацию, открывающую простор. Компьютер. И включается мотор, и уходит затор, и открывается простор. Простые и просторные слова стекают по весу откровения, когда послушно сердце, голова. И нет тогда ни бури, ни потока, а благодать единого истока колышется, как листья и трава. Растущие бессмертные слова, и нам это дали, чтобы это практически применяли, а воздух опустили, закон потрясали. И так далее. Вот так. Спасибо. Контакт. Огромное спасибо. Можно стихотворение прочитать? Стихотворение, новое задание. Попробуйте. Это вовремя. Мы росиночки России. Неплохо, не слышно. Мы росиночки России, мы былиночки на воле. В ауре слепой стихии нас связала биополя. Мы собрали биотоки в золотистый луч надежды и в счастливые потоки понесли сомкнувши вежды. Мы по муку, по миру, мы по полю, всем несем природы волю. По весеннему с утра начиная все с добра, пеленая мысли в счастье, в золотые паутинки. Все, кто чувствует несчастье, у кого на сердце льдинки, добротою согреваем, растопляем эти льдинки, на лицах оставляем только радости морщинки. И былиночки на воле, и росиночки России, былиночки на воле. Мы не ждем анестезии, не ищем лишней боли, никакой войны кровавой. Ой, космическая лира, единились тут державу под щитом добра и мира. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Прошу, прошу. Здравица? Как вы будете петь здравица? Дай Бог всем нам, солнышкиным сынам, радости, здравия. Дай Бог всем
очкам, звездочкам радости, здравия. А дай Бог всем нам, всем народам радости, здравия. И еще дай Бог больше того счастья, здравия. Браво! Браво! Так, музыкальный Максим, Максим. Максим Лапшин, пожалуйста, ваш выход. Так, убрать это надо. Я не могу убрать, у меня... Я сейчас уеду, невозможно больше... Ну что, дорогие друзья, мы наглядно продемонстрировали, что в общественной палате собрались люди, которые проявили, что есть интерес. Общественная палата – это не то место, где должны собираться физики, крутить вот приборы. Это всего лишь попытка обратить внимание социума, обратить внимание руководства палаты, обратить внимание руководства страны на то, что в социуме есть такие люди, которые интересуются темами, которые были подняты сегодня. Мы наглядно видим, что желающих выступить невероятных гораздо большее количество людей, нежели площадка может предоставить возможность выступить. Необходим круглосуточный интернет-канал, необходимо место в центре Москвы, чтобы ученые могли с любой точки планеты зарезервировать место, приехать на день, на два, на три, на неделю, на месяц. И немножко подальше чуть коврика. А ты в моей машине поедешь? Нет. Нет, я спасибо, я спасибо. Товарищи. Да, он будет, будет. Отойдите в сторону, отойдите в сторону. Ну чего, нет музыки? Да нет, бесполезно. Давай громче, громче. Thank you.
Максим Лапшин, Белгород, приехал из Белгорода. Спасибо. Дорогие друзья, кто едет на автобусе, кто едет на автобусе, поднимите руки и на выезд. Автобус сейчас скоро будет продан. Проходим на выезд. Тут народ набирается мало. Планирую, что в 6 уже уедем, но можно разъехаться оттуда, потому что электрички не ходят. Завтра. Лёш, завтра во сколько? Лёш? В 11. А где там домоедово? Пространство любви. Так и будет? Да. Человек задает вопрос, с кем связаться из разработчиков, нужен генератор на 3-5 киловатт. Вы ничего не поняли в сегодняшней трансляции? Нет, я просто хочу, ну реально, они все заняты, ну никому там. У них нету готового изделия. Нет, согласен. Схему? Нету схемы. Нету схемы. Но все, кто выступал, у них у каждого своя теоретическая схема. Как проверить? Как проверять будет? Да не важно. Мне важно, допустим, ваша рекомендация. Кто может... Я не знаю. А как? Надо же проверять. Я не проводил эксперимент. Я могу сказать кому, когда это проверено. Как я могу вас направить к тому, что они проверены? Ну вот как? Ищите, там найдете у вас. Что, я расскажу? Давай. Большое спасибо. Ты можешь сейчас визитку, чтобы потом на будущее мероприятие? Стоит на месте, здесь их не надо. Понял? Все.
и здесь их не работают. Они хотят притянуться, да? Стоит. Ну, будем рассматривать. Ну, если он будет стоять, он пойдет. А мы говорим, не упадет, потому что их не вижу. Он оттягивает. И он будет до тех пор расстоять. Все расчеты делаются. Пока сила притяжения не уравновесит его. Город. Теория не нужна, теория в городе, теория в городе, знаете, все почему? Я могу сказать, мы даем отношения, постоянная флага, это не мертвая, а теория, вот этот телефон стоит, он не может им заниматься, знаете, настойчиво. Вот энергия одного, одного электрончика. Это и есть постоянная шла. Понял? Да, еще один там вопрос, что это электрический ток. Электрический ток. Это литийная лекция. Хорошо, тут все понял. Электрический ток. Короче, электрический ток. Надо рассматривать. Я не знаю, что это такое.
Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,